Дорогі друзі, програма «Новий день» не стоїть на місці, ми динамічно розвиваємося і у нас з'являється нова рубрика «Спорт у місті Н». Сьогодні поговоримо з ідейним наставником цієї програми, з її автором ідеї, це Максимом Бребло. Вітаю тебе, Максиме. Итак, начнем о проекте. Наверное, главный и самый первый вопрос. Как вообще родилась идея этого проекта? Родилась идея давно. Вынашивалась идея тоже в течение года полтора, наверное. Но в этом году мы уже решили как-то с ребятами сели, пообщались и решили более детально уже запускать. Родилась просто была мысль, что хочется зародить какой-то необычный новый телевизионный проект, спортивный, который будет полезен для горожан, полезен для молодежи, который активизирует немножко и спортсменов наших, и даст им творческий выплеск и даст возможность людям молодым посмотреть новую передачу. Вот. И хочется вложить в нее все наши, как говорится, всю нашу душу, все наши старания, все мастерство и знания тренеров. Вот. Ну, то есть родилась она постепенно. Максим, этот проект телевизионный мы уже анонсировали, и знаешь, иногда вот смешно оно звучит, что спорт показываем по телевизору, если у вас нет времени, вы можете заняться прямо стоя перед телевизором. Как ты к этому относишься? Лучше все-таки заниматься в зале или все же не будет никакого минуса в том, что люди занимаются дома, смотря эти тренировки? Я считаю, спортом надо заниматься всегда и везде. Если есть возможность пойти в зал, конечно, пойти лучше в зал, то есть там больше тренажеров, больше оборудования. Но, тем не менее, если нет на это времени, можно вполне заменить любую маленькую тренировку, провести ее в офисе, дома, с утра, перед телевизором. Это все равно будет во благо, намного лучше, чем ничего не делать. Тренировки будут построены таким образом, чтобы люди могли без специального спортивного инвентаря провести спортивную зарядку дома, да, то есть таким образом. Я попросил ребят наших инструкторов, тренеров, чтобы по максимуму делались все эфиры для более, скажем, доступно для обычных людей, не сильно там профессиональных спортсменов, которые можно в первую очередь провести дома при помощи турника, на улице, брусьев. Но будут и некоторые передачи, которые все равно будут посвящены и тренировкам в зале, но я думаю, все равно некоторый контингент людей все-таки посещают спортивные залы, чтобы они могли как бы их простимулировать туда пойти. Вот. Но в большинстве случаев будет посвящено, чтобы люди могли просто проэкспериментировать это в домашних условиях без фантастических тренажеров. Тренера, которые будут показывать упражнения, это профессиональные спортсмены, и как вообще ты с ними познакомился или ты с ними работаешь? Тренера, которые участвуют в нашем проекте, ребята, у которых довольно-таки немало достижений, все непрофессиональные спортсмены имеют глобальный опыт в своем виде спорта. Снимали мы не всех ребят, то есть не все ребята задействованные наши спортсмены в этой рубрике, то есть отбирали, скажем, самых грамотных, самых лучших ребят, которые смогут нормально донести информацию, хорошо и правильно. Всех, к сожалению, снять мы не можем. Максим, я думаю, пришло время все-таки нашим телезрителям рассказать конкретно, в каких направлениях будут наши тренера их тренировать. Давайте приоткроем занавес. То есть у нас самые основные рубрики, начнем с самых базовых, это фитнес, потом идет силовой фитнес с элементами кроссфита, это миксфайт, это тренажерный зал, он будет посвящаться как и работе в тренажерном зале, так и работе с гантелями, с турниками. И это очень новое, хорошее направление, молодежный воркаут, ребята будут его вести, это работа на турниках, работа своим весом. Вот. То есть это как бы основные четыре направления, которые мы будем давать. И по ходу сюжета мы будем еще добавлять другие виды, и пока что не буду говорить, какие. Знаешь, Максим, любой создатель любого проекта, конечно же, имеет какие-то надежды на свое детище, как-то его развивать дальше. А какое внутреннее ощущение у тебя по поводу спорта в городе Н? Чего ты ожидаешь и какие планы вообще у тебя лично? Ну, планы всегда грандиозные. В первую очередь ожидаю, хочется поднять нашу николаевскую молодежь к активному, подтолкнуть ее еще больше к активному образу жизни. Не только молодежь, вообще всех людей, всех наших горожан. В первую очередь проект запускается в надежде того, что приобщить людей к спортивному образу жизни. Остальное как бы можно фантазировать очень много. Это первое, то, что мы хотим. Спорт, здоровье, здоровая нация. Максим, я думаю, как и мне, так и нашим телезрителям хотелось бы познакомиться поближе с тренерами, узнать, кто же будет тренировать. Я вас приглашаю в наш спортзал, где вы завтра познакомитесь с нашими ребятами, с нашими спортсменами и можете с ними пообщаться. Без проблем, договорились. До свидания. Ну что, ведь знакомлю тебя с нашей командой.
Всем привет, меня зовут Мунтян Александр, я инструктор тренажерного зала. Цель нашей передачи – показать вам правильную технику, как правильно тренироваться в тренажерном зале, не навредить себе и быть здоровыми. Здравствуйте, меня зовут Ланя Виталий, я инструктор по борцовской технике в смешанных единоборствах. В цикле наших передач мы постараемся показать, как применять борцовскую технику на спортивных аренах, ну и самой защитой на улице. Приятного просмотра, всем здоровья! Всем привет, меня зовут Галевец Сергей, я тренер по воркаут. В передачах вы увидите, как нужно правильно заниматься на турниках и брусьях. Наша цель – это пропаганда здорового образа жизни. Всем здоровья и счастья! Всем привет, я Балашова Татьяна, тренер по фитнесу. Увидимся на тренировках. Всем привет, я Терновая Ирина, инструктор тренажерного зала направления пауэрлифтинг. Всех, кто любит качалку, жду на тренировках. Добрый день, я Яковлева Инна, тренер по силовому фитнесу, кикбоксинг, женский бокс. Смотрите нас на телеканале Николаев, любите себя и свое тело. Привет, я Мельниченко Ольга, инструктор тренажерного зала в направлении бодибилдинг. Жду к себе на тренировки. Всем привет, я Бондар Александр, инструктор тренажерного зала в направлении бодибилдинг. Я расскажу вам, как правильно питаться и правильно тренироваться. Здравствуйте, я Степанюк Евгений, инструктор по ударной технике в смешанных единоборствах. В цикле передач мы будем освещать полностью ударную технику и борцовскую. Смотрите на канале ТРК Николаев.